Значит, что у нас тут не было, напрочь не было вот этого пункта. Вот, звуковые, видео и игровые устройства. А чего его не было? Вообще здесь не было его. А не было его потому, что в сетапе не было включено АС-97 или как он там. Сейчас вот загрузимся, зайдем в сетап. Дел нажимаем. Во. Теперь здесь вот onboard device configuration. Вот здесь вот этот пункт. Сейчас enable, да? Был disable. Disable и все. Сейчас берем. Exit. Загружаем, это Windows 7. Устройство системы, диспетчер устройств. Вот. Нету звуковые видео устройства, вообще этого пункта нет. Видеоадаптеры, дисковые, клавиатуры, компьютер, контроллеры, USB, мониторы, мыши, PDT, а звуковых устройств вообще нет. Оп. Оп. Опять перезагружаемся. При загрузке жмем Dell, выходим в сетап, Advanced Onboard Device Configuration. Вот аудиоконтроллер ставим enable. Exit and save changes. Ну, выходим с сохранением изменений. Окей. Сейчас загрузится.
что появились звуковые устройства. Пошел. Диспетчер устройств, и вот мы видим, вот он этот пункт. Так что если у кого вдруг звук не обнаружился, надо первым делом смотреть сетап. Все. Всем привет.